Здравствуйте, уважаемые любители лёдных видов спорта! Делаем коротенькое безмонтажное видео «Зимняя сказка». Посмотрите, какая красота у нас тут образовалась. Потрясающий склон. При этом вчера были мощные достаточно осадки. И нападало действительно фантастическое количество снега. И позавчера тоже здесь был мистраль. Видно, как в некоторых местах снег выпадал вот здесь на перевалах. Прям сыпало из волновых вот этих систем. А в некоторых местах снег не выпадал. Ну или растаял уже. Но вот здесь конкретно все елочки еще запорошены. Сейчас мы попробуем потом с ним снизиться и полетать. Вот пока же я набираю высоту и планирую сгонять вам вот туда, где кромка облаков пониже. Очень может быть красивый полет к скалам. Ну, по крайней мере, попробуем. Не смог я набрать сколько хотел. Оп. Видео, видите, будет безмонтажное. С такими иногда провальчиками, как мы любим. Оп. Протянул я в удачное место. И сейчас, может быть... О, да! Энергия, пауэр! Юху! Эй-эй-эй-эй-эй! Блин, это надо показать, друзья. Но как только показать, видите, сразу же сдох поток. Ну ничего, сейчас будет. О, сейчас я чуть-чуть буквально протяну. Вы же иногда просите показать вам приборную панель. Вот вам приборная панель. Скорость 110. Вариометр сейчас положила стрелку. Вау! И вот оно облако, которое к нам прыгает. И сейчас я прям бодренько винчиваюсь. Что я сейчас хочу сделать? Я сейчас хочу видео снять этот ролик, ничего не монтировать, отправить его тупо на загрузку, прям с воздуха. Вот если оно публикуется, будет, наверное, через часа полтора-два, ну, пишите, как вам понравится вот такой вариант. То есть, может, можно было снять, сделать прямой эфир, но все порвалось очень быстро. Связь, конечно, отвратительная здесь сейчас на такой высоте. А так это будет почти безмонтажное, веселое видео. Привет вам с неба. Хе-хе-хе. Ну вот мы почти входим в облака уже. Так делать нельзя категорически. Я так не делаю. Я сейчас буду увеличивать свою скорость под облаком, чтобы не подниматься выше. Смотрите, как можно делать. То есть я разгоняю, скорость уже 150. И видите, мы последние кусочки энергии добираем под облаком. Ага, а что? Ага, и трячь позиция. Лобей, герей. Жюрик, давай раз максимум остатал. Матей, я чем-то со что, не чем грейтесь. 180 скорость. И... Так, Гарпро Гарайл и шоком, и плеки. Выстреливаем, друзья мои, из-под облака. Я по-литовски иногда говорю, потому что мой друг приехал из Литвы, мы с ним летаем. Эй, ю, Матей. А вообще у тебя суть шоком. Ю, ну кайф того. А? Ну поим тогда Вальдема. Ага. Все, я передал управление. И могу вам поснимать красоту, которая образовалась нечаянно совершенно. Вот, друзья, с левой стороны Веркор, заповедник. Может, мы туда слетаем и попробуем снять видео еще там кусочек. Ну вот, а пока я вас набрал всю высоту, которую только мог. 2800 метров у меня, и мой план сейчас пролететь вдоль снежных склонов в Гренобыльскую долину, показать вам, как же там сегодня хорошо. Ну и заодно пошалить у склонов, то есть будем развлекаться. Вы же знаете, что самое главное, что мы делаем и что вы очень любите, это когда наступает время немножечко пошалить. Да. Ой. Вот так мы сейчас летим. Добрый Криск, тесть при Дабесу и Дабесе не Элиск. Женейка, скайты, как Дабесе стоишь лейтес, герей? О, шалят, эй, эй, эй.
Не я, друзья, пилотирую. Пилотирует пилот с лицензией. Вот у Армина Салиева есть лицензия. Он сертифицированный пилот, поэтому мы абсолютно ничего не нарушаем. Я могу это демонстрировать. Потому что мне до сих пор еще инструкторскую лицензию так допуск туда и не вписали. Я борюсь уже второй год. Уже победа, мне подтвердили медицину, но бюрократы еще что-то хотят. Вот они все хотят и хотят. Вот, честные люди вынуждены вот так вот брать и не иметь возможности показывать, что не передают кому-то управление. Так, ну что, первый, два раз поим все. Это Норвеги поджурять, гальмарки, слайд ускоредить, так? Ну, ты поботись, тикрей рейки. Сейчас, друзья, я покажу, как можно летать близко с клоном. Антантрос, подстатик позицию. Ага. Гарей. Ну что ж, немножечко пошалим. Самое время немножечко пошалить. Разгоняюсь. Проскочу немножечко по вот этому склону впереди. На скорости 150-180. Я сейчас немножечко, получается, как бы даже снижусь. Склоны эти сейчас не работают. Поэтому это будет просто прогулка. Вот парка с суслитием. Дешиней пусть это бар, билет. Матей? Не-не, толяу. Ага. Ты гали поджурей, как дирба. Друзья, там горнолыжный парк. И, соответственно, туда мы, может быть, поедем кататься. Возможно. Вот смотрим, работает или нет. Снега нападало, видно, что свежий снег выпал. Так. А я по склончикам. Смотрите, какая красота. Сейчас мы вот туда, на тот склон тоже выйдем для вас. На жюрек. Оп. Ю-ху! Грозо. Ноча Клима не бера. Единственное, друзья, момент, что нету восходящих потоков, поэтому дабы мы как можно быстрее подошли к склону, на котором действительно шалить можно будет, я, наверное, сейчас поверну влево. О, немножко придерживает. Здесь облака уже опускаются, и вот можно вот так пролететь над облаком. Да, чекили мы не будем, а мы стоим проездим Андрея Чертилистов. Вот. И пришли к девственному снегу. Он выпал буквально этой ночью. Сейчас такой небольшой прогончик сделаем вдоль склона. Ветра практически нет. Склон, к сожалению, работать не будет. Но будет очень красиво. Вон наша тень несется по снегу. На жюрек, да бар был слабый грозу. Вау! Эрматей там дабися земел. Облака ниже Тельефа. Не знаю, сколько мы тут сможем держаться, но, по крайней мере, unbelievable. Эй-кей-кей-кей-кей-кей-кей! Смотрим за остатком высоты. Неплохо. Я здесь могу до 2300 где-то снижаться. Не ниже. Ну вот, друзья. Полет вдоль склончика заснеженного. Как обещал вам. Эгегегег, полный эгегей. Смотрите, какое все. Вот оно. Вау. Зерекает дрожу, а? Лобей же мы с тебя нагалим, будьте. Слишком низко мы здесь опускаться не будем, друзья, потому что надо еще в сторону дома. Да, Джиней, галим еще таскили я эти игу норю. На. Не норю. Аж не норю. Не норю? Да. Лобой бус. Каршта. Ну, не каршта, жинок, бэд, че грозил вето. Сича. Сауля, Добар Гиматэ, я не вакарас, дар Сауля, трупати по... Сука. Друзья, продолжаем движение вдоль склончика.
Аж воевой поедет. Наслаждайтесь. Вот так, так эти горы я сам не так часто вижу, честно вам скажу. Прямо в таком мокровом. Ветер здесь дул 130 км в час. Поэтому вот эти все скалы покрылись вот такой вот штукой изморозью. Вау! Ну герой, ты до борту скрис, песен. Блин, голубой там проесим то. Эй, побандит, ты же на новости из огня. Ты вообще то скажи, где чем только курс скрис. Немножечко мы, друзья, просыпались ниже, чем я хотел. Поэтому двигаемся параллельно хребтам. Так, галим кардачин, блядь, толкас кейс искисим. Смотрите, друзья, хотел я немножко перепрыгнуть. Не получилось, потеряли высоту, у меня еще телефон вырубился, все-таки придется видео все-таки монтировать. Не получится целиком выложить. Но, по крайней мере, двигаемся, все красиво. И смотрим, пройдем ли мы перевал впереди. Вот визуально вроде кажется, что не пройдем. А на самом деле пройдем. Ты его тоже что в породе, сука, трибуна. А, грожу. Прейсим не бьем. Здесь это достаточно важный момент, потому что если перевал впереди не проходится, приходится вот этот склон обходить вокруг. Ну и получается такой достаточно длинный прогончик. Ничего бы не хотелось. Герой, аж дубар поимсю. Кортос на матрасах. Трассус? Да. Ты по китой пуси. Ага. Друзья, разгоняюсь до максимальной скорости, потому что мне нужно перевал будет перепрыгивать. И это так достаточно стрёмно выглядит. Вот скорость 180. И видите, мы так вроде проходим, а вроде нет. Шучу, конечно. Конечно, проходим, потому что вот. Опа! Я сбросил до 120 скорости. Вот видите, насколько мы выше этого перевала, который только что пролетели. Ага. Герой, тесей добр. Сприск, таву ранкина. Все, я передал управление. И мы идем дальше. Сейчас будем где-нибудь искать поток, чтобы выбраться. На реке, супте. Тесей имен, тулев, укас тулев. Я в другом месте буду поток искать. Впереди склон, на котором мы набирали. Ну, там мы и наберем. Здесь эй нам, там гарас килимас было. Тенер по имсам. Сейчас мы придем в чашку, с которой выбирались. И вот эти все елочки заснеженные. Я вам покажу с малой высоты. Будет намного красивее все. Ты поймешь Вальдема. Жюре крепчай рейка дарите. Вес пасмус шейного кору. Ты рейка носит пусть слейто, а ты чат, тесей. Ир пасук ты кейре. Друзья, сейчас дует западный ветер. 10 км в час. Я подхожу к склону. И вот я, когда окажусь над ним, я в чашку подверну в левую сторону. И сейчас как раз видны вот эти все прекрасные, красивые заснеженные елочки. Вот, чего я вам и хотел показать. Ну, я надеюсь, что будет какой-то заснеженный поток. Ну, не заснеженный, в смысле, а нормальный. Вау. Оп, 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 поток есть. Ну, я его принципиально не беру, пройдусь по ложке. Просто проверяю, насколько здесь энергии есть. Энергии достаточно. И сейчас мы промчимся рядом с вот этими всеми офигенными совершенно елками. Просто выглядит
феерически, а? Кейп грожу? Да, грожу. Ты крейшь такого, как Токио Рудимачев никогда? Ну, Коледа, оставался. Ага. Рождество. Рождество весной. Опа. Сейчас как линия Терминатора. Посмотрите, разделение елки. Северные елки южные. С южной стороны все растаяло, а с северной еще прям полная красота. Ну вообще. Друзья, просто праздник какой-то. Вот это вот реально стоило это видео вам показать. 4 апреля, чтобы было понятно, в Провансе, где в принципе в это время уже расцветает миндаль. Вау! Почему этот регион называется регион опасного земледелия? Потому что, к сожалению, здесь в такую погоду часто весь вымерзает виноград. И яблоки, например, даже не знаю, какие у нас перспективы на урожай. У нас сегодня замерз персик и, возможно, замерзла слива, которая практически уже распустилась. Поэтому присоединяюсь к фермерам, которым грустно и тяжело. Ну ничего, может быть, нам повезет, может быть, минус сегодня не достиг там 5 градусов, при которых деревьям точно амба. Почему происходит такая штука? Потому что... Поедем к Вальдему тогда? Ага, где Рейн? Ринг. Вот там Гренобльская долина, оттуда приходит ветер Мистраль, приносит холодный арктический воздух, в общем, и затопляет здесь все. И вот момент, когда Мистраль дует... Это все еще не страшно, но он бывает ночь, когда он стихает, и вот в этой ночью на вершинах гор вот таких образуется холод, который стекает по холмам вниз в долины и убивает все посевы и деревья, и все. А так как штиль, то идет вот такое выхолаживание классическое, и утром просыпаешься, все замерзло. Друзья, не смог я удержаться. Видео еще не закончено. Мы на пик Дебюре. Прилетели посмотреть, как там работают ли южные трассы. Вот, крест на вершине склона. Это не памятник никому. Это просто ставят здесь на местности. Нет, склон вообще не работает. И поэтому я сейчас быстренько здесь разворачиваюсь, потому что минуса. Хочу успеть еще пролететь на трассу горнолыжную. Проскакиваю мимо склона. И выхожу на северную часть. Здесь может быть зона, где как раз и северный ветер может чуть-чуть дуть. Ну вот проносятся скалы. И подходим к подъемникам. И сейчас и проверим момент истины. Будут ли у нас тут покатушки или сезон закончился. Дерба? Значит, не зря. Валё! Ура! Ну ты ва. Жюри, как тебе грожу. Оп. Дальше мы, к сожалению, за вот этот перегиб лететь не можем. Там канатная дорога. То есть, то по родицу. Ишь, дячу не спустят бус. Жюрек. Ва, вот ты? Это бажой от рода? Ты? Ага. Оп, это астрономы наши здесь развлекаются. Звезды считают. Оп, а мы делаем разворот. И будем... О, кек-даук слиденьку, чудяк. Гоняет вообще вовсю. Хе-хе-хе, я тоже лыжник. Почти. Ай. Next to the way, поскрайдите же на чат. Идёкат на повы инга и рылобей грожу. Здесь, друзья, вот не опасно вот в такую погоду летать, потому что штиль. И самое главное, что выпало много мягкого, чистого, вкусного снега. Я думаю, что горнолыжники должны тут прям подвывать от восторга вместе с нами. Мы не сильно можем, конечно, их тут пугать, потому что тоже мы же высококультурные планеристы. Я решил кусочек видео вставить в наш замечательный ролик. Я его все-таки монтирую. Поэтому я там же, где вы летали на планере над горнолыжным парком, посмотрите. Сейчас сам в этом горнолыжном парке качусь. Вашу, как это, маму и там передают. Хе-хе-хе!
Эгегегегей! Вот как это прекрасно. Это разведка была с планера. И посмотрите, к чему она привела. К тому, что можно покататься. Я каюсь, это был первый день в этом году, когда я поехал кататься. Туся, догоню! Ну вот. Ушуршала жена от меня. Друзья, снимать одновременно и ехать — это тяжело. Но тем более у меня лыжи совершенно не предназначены для такого склона. Это еще в свое время мне мой друг Гринкенс продал лыжи для фрирайда, сказав, что я прирожденный фрирайдер. Ну не знаю. Не знаю. Ну классно, вот так можно покататься. Я теперь об одном жалею, что не сделал этого раньше и не поехал кататься, когда погода была действительно идеальна для катания. Сейчас еще немножко снега уже маловато. Но лучше поздно, чем никогда. Поэтому я счастлив сегодня показать вам горнолыжную Тарасу не только с планера, но и снизу. Ну и, кстати, погода бомба. Планеристы летают под вот этими облачками. Ну, сейчас вы можете даже посмотреть, как я сейчас сделаю бах-бабах. Могу сделать. Потому что уклончик-то такой. Лыжник из меня еще тот. О! Ну, как вам кататься на супер-девали? Отлично. Супер. Огонь. Супер-девали и супер-катание. Почему мы это делаем первый раз в конце сезона? Ну, в прошлом-то году ковид был, а тут мужа все никак не могла вытащить. Он все говорит, на плане летает. Спасибо Арминусу, который нас сегодня вытащил. Вот. Тут я нас с крейдем, а сегодня я чужим. Ну, Пермин. Давай. О? Ты оператор первый. Не-не-не, я за вами. Погнали. Ю-ху! Ой. Это тоже счастье, друзья, покататься на лыжах иногда. Не только одни полеты. Ну, давайте так. На 150 я сейчас проходик сделаю. Оп. Вверх по склону мы сейчас развернемся. Я за счет скорости снизился. Максимально низко буду. Но совсем низко не могу, потому что нельзя пугать. Поэтому вот так мы помашем ручкой. Красота! И пошли вниз, прям как они, так и мы. Только на одной дороге. На Кейптау потихо. Ага. Ну, окей. Три километра еще. Угу. От нашего дома этот в 35 километрах горнолыжный комплекс. Вот Джурек там тот породистый спросили, это та Таскиалес. А Мачей, ну Матей, ва, намяли. Ага. Вот, друзья, там домики под склоном, вот там как раз начинается, так сказать, трасса вверх. Детишки тут носятся. И вот городочек, там, как я говорил, Супер де Вали, такой парк а-ля 70-е с большими зданиями. А здесь поюютней, здесь такие шалешечки. Тоже, конечно, вот видите, такие, ух, гостинички, но вот видно, что все это уютно. А видео мы гоняем вот там, за вот этой вот скалой, как раз кусочки, где мы красиво пролетаем. Мы иногда ныряем прям с той стороны на эту, по вот этим кулуарам всем носимся. Как это, пошли линию немножечко и летим куда-нибудь набирать высоту. Ну, ты им к Вальдема, в Крискурнорц. Бандик сау раз килима пац. На этой оптимистичной ноте 3,5 метра в секунду. Отлично набирает мой коллега. На как его, посакисика норс? Кейп того, потинкача. Ну ка, погода бомба, ты край, нереально. Не жалеешь. Не сигали, как отпочивай. Отскридал, отпочивал.
Ну ты ладно, выиграй. Ой. Вот теперь, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, окончательно... До свидания. До новых веселых встреч, до новых позитивных роликов. Висогаро, Гербемея, Скандима, Спорт, Омегей. Увидимся.